Здравы! Здравы будьте, братья и сестры мои во Христе! Здравствуйте, мои дорогие! Ну, с вами же дядя Юра. Ну, и вы на канале Юра и Юра, напоминаю вам. Друзья мои, сегодня у нас будет сборка. Часы такие уже были. Это будет хамаш на Омегу Сиамастер. Но, скажем так, правильные. Точнее, они есть и такие. Что я имею в виду, друзья мои? Раньше я делал эти часы на механизме NH35 Seiko, да, сегодня будет этот же самый механизм, но есть одно но. Суть в том, что в большинстве, наверное, своем, я вам покажу сейчас картинки оригиналов, да, так вот, в большинстве своем у этой Омеги Сиамастер, ну, не знаю, в большинстве, не, но мне казалось, вот то, что я видел, да, во всяком случае, на картинках, то в большинстве своем окно даты у циферблата расположено на 18 часов вечера, а не на 3 часа дня. То есть на 3 часа тоже дня есть, и вот мы такие делали. А сегодня мы будем делать с окном даты, с апертурой на 18 часов вечера. И, друзья мои, для этого нужен специальный механизм. Ну, точнее, даже механизм не специальный, он обычный. Там нужен другой диск даты. Я вам попробую все показать и рассказать сейчас, да, в чем разница, потому что на 18 часов простой не поставить. У вас будет перевернуто число, понимаете? Ну, потому что диск крутится, и число по-другому стоит. Сейчас я вам все покажу, расскажу и соберем. Вот у меня, ой, тяжелая, полная коробка, здесь 5 комплектов. 5 комплектов разного цвета циферблаты. И они пойдут у нас на Авито. Я ссылку постараюсь, правильную ссылку оставить на свое Авито. Друзья мои, я не знаю, что происходит. Вот на Авито меня люди находят. Некоторые говорят, что не работает ссылка. То есть я тупо копирую на свою страницу, да, ссылку и вставляю ее. И почему-то вот кто-то переходит, а кто-то нет. В чем байда, я не в курсе. Все, друзья мои, значит, часы пойдут на Авито за недорого. Скоро Новый год, нужны всем подарки, поэтому милости прошу. Итак, друзья мои, не рассусоливаем и поехали собирать часики. Поехали, мои дорогие. Канал Юра энд Юра показывают. Не надо нам ничего показывать, мы сами тебе все покажем. Так, друзья мои, сейчас показываю вам все-таки оригинал. Ну вот, вот, видите, вот он, допустим, наша родная Омега Сиамастер Professional. И, как вы видите, вот о чем я и говорю. Апертура даты расположена на 18 часов вечера, а не на 3. Сейчас посмотрим вообще, какие вот есть, да. Так, как из этого выйти-то? Выходим. Здесь на 3 часа дня, вот подобное мы делали. Здесь, как вы видите, на 18, на 18, на 18, на 18. Здесь вообще нету. 18, 18 часов. Здесь на 3, здесь 18. Вот как видите, как я и говорил, в подавляющем большинстве, в оригинале, все-таки дата идет на 18 часов вечера. Вот такие мы с вами и будем делать разного цвета. Черные, синие такие же, что-то там серое еще есть, еще какой-то. Ну, посмотрим. Все, друзья мои, я раскладываюсь, раскладываю и начинаем сборочку. Поехали. Так, друзья мои, я все разложил. И прежде чем приступать и показывать вам все, залезаем вот в эту волшебную банку. И не забываем использовать средства контрацепции. Понятно? Это важно. Вот они. Может, надуть их, я не знаю. Новый год все-таки скоро. Вот так должны выглядеть рабочие руки часового мастера. Ну что, поехали от нашего вдохновителя Адемар Пиге. Плавненько, плавненько поехали. И я вам все сейчас показываю. Ну вот, смотрите, друзья мои. Значит, 5 штучек у меня для Авито. И еще одни будут 6. Это уже человек не дождался. Говорит, давайте быстрее хочу. Слышал анонс. Вот, срочно мне сделаем. Ну и будут 6 тоже из этой же серии. Дорогие мои, корпуса
обычные Омега Сиамастер, да, вот с разного цвета безелем. Все нормально, все хорошо. Вот такие прозрачные крышки. Браслетики, все четко. Водозащита хорошая, сапфировое стекло и все прочее. Вот, напоминаю, что для тех, кто смотрит впервые, здесь должен стоять у нас клапан, да, вот эта вот головка. Это не головка, это тоже в оригинале там клапан. Здесь у нас, естественно, его нет. Это бутафория. Ну, а остальное все на резьбе, все нормально. В этом плане. Накладка, естественно, керамика. Как я сказал, стекло сапфир. Все отлично. Вот, такие корпуса у нас, да. Далее в них пойдут у нас вот такие вот циферблатики. И вот они, видите, на... Сейчас, вот так вот. На 18 часов дня апертура у нас белый, вот такой серый, это у нас какой? Зеленый, где свет-то, господи, или зеленый, да, не знаю, да, зеленый, синий и черный. Так, под них, естественно, у нас, ну, под светлые здесь вот такие вот вороненые взял омеговские стрелки, да. Вот. А под темные циферблаты, вот черный, синий, просто стальные. Это понятно. Ну и, друзья мои, вот они, 5 механизмиков для 18 часов. И вот у нас механизмик обычный NH35 на 3 часа дня или на 3,8 часа дня. Как мы привыкли. Сейчас я вам покажу разницу. Так, берем, вскрываем. Это наш обычный. Уже все такой видели, все такой знают. NH35 с диском даты на 3 часа дня. Да? И вот смотрите, показываю. Где наша зубочистка какая-нибудь? Все вот как мы привыкли. Вот у нас вал заводной на 3 часа дня. И здесь нормально стоит в окошке будет дата, да? Вот, скажем, 11 число. Хорошо. Берем теперь наш новый механизмик. Открываем. Где он? Так. Так. И что мы наблюдаем? Вот смотрите. Теперь смотрите внимательно. Видите? Вот у нас внизу, да? Сейчас увеличу. Давайте смотреть не на 3 часа дня, а на 18 часов сразу. Вот заводные эти самые валы, как вы видите, на 3, да? А вот 18 часов. Вы видите, как перевернута четверка? Да? А здесь вот цифры стоят нормально. Вот это я и имел в виду. То есть вот обычный, вы если поставите, у вас будут вот такие перевернутые числа на сторону. Это неправильно. Нужен такой. Значит, такие вот механизмы продаются не во всех магазинах. И их довольно-таки, ну, пара-тройка магазинов их продают. Кому будет интересно, я скину ссылку. Вот, можно, естественно, отдельно купить диск даты правильный, вот такой, на 18 часов, да, и просто тупо переставить его. То есть там с инженерной точки зрения никаких излишеств или нововведений. Все то же самое. Просто вот на диске напечатано по-другому. Вот и все. Понимаете? Поэтому покупается такой диск, снимается вот эта вот пластина, да? Тут всего пару-тройку винтиков у нас нужно открутить. Пластину сняли, и диск там ничего не крепит его, и вот держит только пластина. Поменяли диск даты, и все. Но в этом случае, ну, наверное, получится подороже, потому что сам механизм надо будет купить вот такой, плюс прибавьте цену диска, а она завышенная, я считаю, потому что в сборе продают дешевле, естественно. Вот, да, можно, но плюс вы еще потратите на замену какое-то свое время. То есть зачем, если можно купить вот готовый, понимаете? Вот он родной.
И это не только на Омегу. Есть еще другие модели часов с окном даты на 18 часов. Так что имейте в виду вот об этих механизмах. Теперь вы знаете. Ну все. То есть мы сейчас готовим. Готовится он точно так же. То есть даем завод ему раз 30-35, больше не надо. Дальше проверяем, как у нас все щелкает, отщелкивается, как собачка там, да, работает. Вот. И переставляем корректно дату на 12 часов, чтобы она у нас перещелкивалась. То есть сейчас будем, естественно, наблюдать вот внизу, чтобы, ну, было новое число в 12 часов ночи. Вот и все. Сейчас я все механизмы подготовлю, ну и будем накидывать циферблатики. Поехали. Поехали, мои дорогие. Ну что, все 5 механизмиков мы подготовили. Это чуть-чуть в сторонку. Да. Берем первый из коробочки, сюда его. И берем первый циферблатик и накидываем. Значит, с циферблатами у нас здесь все очень просто. Они всего с одной парой ножек. Поэтому ничего ломать не надо. Шлифовать не надо. Как вы видите, вот. Всего одна пара. И мы просто-напросто берем и накидываем, как обычно, его на механизм, и ножки сами уходят. То есть совместили, да, центральную ось с отверстием и окно даты. И ножки вот у нас сами встали. Все. Прижали. Сейчас проверили, чтобы все прилегало к рамочке. Вот так вот поджали. Внимание, здесь аккуратно баланс прикрываем грузом ОПЗ. И смотрим, чтобы циферблат у нас без зазоров и щелей лежал на рамке плотненько. Все, он у нас готов, как вы видите. Ну вот, сейчас я точно так же со всеми остальными сделаю и будем приступать к стрелкам. Так, братья мои, готово, да? Все пять циферблатиков мы насадили, установили. Распределил я стрелочки по цветам. Берем, значит, теперь наши палочки. Да, берем пинцетик. Берем с вами какую-нибудь липучку, тряпочку. Проверяем все стрелки, чтобы были чистенькие, ровненькие. И начинаем их сюда в качель устанавливать. Поехали. Текс, заканчиваем установку последнего комплекта стрелок. Да, все протерли, проверили их. Теперь берем липучечку. Взяли. Да, где тут наша? Вот она, стрелочка, смотрите. Какая хорошенькая, да? Перехватили ее пинцетиком. Перехватили. И понесли. Где? Где? А, вот она. И понесли на часики. Так, несем. Где тут у нас фокус ваш? Берем палочку нужную для часовой. Ну, ребят, не знаю, пальцами прикрою, наверное. Да. Выровняли на 12 и немножечко поддавили. Все, вот она стоит. Теперь мы ее будем выравнивать. Будем выравнивать ее, чтобы она у нас села на ось западлицо. Сейчас я вам попробую показать. Видите, она сейчас еще не утоплена западлицо. И выравниваем ее параллельно, естественно, циферблату. Сейчас я это сделаю. Так, только, не знаю, руки мои будут вам мешать все это смотреть. Как бы мне камеру-то, блин. Сейчас, ребят, камеру переставлю. Ну, как-то так, да? Теперь попробую, чтобы вам было это видно все. Так и мне еще надо как-то все увидеть. Ха. Поставили палочку и начинаем ее допрессовывать.
Вот, но я пальцами, во всяком случае, чувствую. Видите, она уже вон еще лучше села. Теперь крутим. Смотрим, как она у нас так стоит, чтобы не было перекоса. Поджимаем. Да, вы ни хера не видите, опять же. Поджали. Вот. Видите? Теперь она у нас стоит заподлицо. Села на оську как надо. Села как надо. Все у нас строго на 12. И мы теперь смотрим, чтобы она была у нас строго параллельно циферблатику. Это мы тоже выравниваем палочкой. Как я уже говорил, то есть куда палочку вот наклоняем, туда она у нас и добавляется. Так, выровняли, да? Ну-ка, посмотрим. Параллельно? Параллельно, видите? Все строго параллельно. Все строго параллельно. И вот здесь вот у нас заподлицо. Здесь мы на оське убираем всю пыль. Там, если она есть. Да, ну и вообще со стрелки. Вот, протираем, все, проверяем. Все ровненько. Теперь на основании этого, да, установленной часовой стрелки, также точно прессуем и минутную. А потом секундную. Так, запендюрили минутную, тоже убрали пыльцу, проверили на параллельность друг другу, да, каждой стрелке и циферблату. Все ровно, все параллельно. Сейчас попробуем. Ну, фокус, так, видите, так себе фокус, но все параллельно, как вы видите. И ровненько на 12, строго. Ну вот, осталось нам поставить секундочку. Как дела? Все готово, парни. Все готово. Видите, как приходится наклоняться, чтобы стрелочки... Оп! Проверяем. Сейчас дойдет до 12. И мы ее тормознем и проверим, как она стоит у нас. Параллельненько, не параллельненько. Сейчас все увидим. Раз щелчок и два щелчок. И проверяем. Все параллельно. Сейчас покажу. Принимайте работу. Смотрите. Параллельно минутной и минутная параллельно часовой. Все строго параллельно, друзья мои. Готово. Сейчас покажу все пять. Вот они, братья, вот они, пятеро Seiko, Seiko Master, да? Выбирайте, какой вам больше цвет нравится, уже начинайте выбирать. Белый, серый, давайте поближе как-нибудь будем делать. Сейчас еще увеличим. Итак, друзья мои, белый, да? Стрелки у нас тут вороненые. Вон, видите, какие симпатичные. Вот такой вот беленький. Серенький. Серенький у нас с какими стрелками? Тоже вороненые, да? Где? Господи. Во. Ну и потому что, видите, еще и метки тоже вороненые. А окантовка у меток у серого циферблата вороненая. Здесь вообще шикарно кипяток получилось. Так, у зеленых получились у нас, как-то мне прислали черные стрелки, они такие, не вороненые, а черные чисто. Но читаемость хорошая, да? Вот, синий с остальными. Вот такой синенький, ну и черный тоже с остальными.
Ну, как-то так. Вот так, выбрали? Давайте поменьше, еще раз. Ну, естественно, будем выбирать, когда установим в корпус. А этим мы сейчас и займемся. Сейчас будет самая такая душная, нудная работа. Это, естественно, продувка, прочистка, охота за каждой пылинкой. Да, будем убирать и с циферблатов со стрелок, и очень тщательно изнутри корпуса. Видите? Но это, скорее всего, уже наверху пылище, да? Нет, смотрите. Внутри. Вот ее нам нужно с вами убрать. Я этим и буду заниматься. Давайте, ждем. Так, тихо. Это есть. Теперь корпус проверяем. Ну, я уже продул. Дальше, да, вот так на просвет, напоминаю, и вот этой вот штукой. Вот так вот. Оп. Посмотрели. Да, если что, вот этим еще там выловили каждую пылиночку. Ну и все. Чисто. Да. Быстрей, 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 парни, быстрей. Опачки. Ну, главное, воткнуть выровняем. Все. Вот теперь не страшно. Можно выдохнуть, дышать и все прочее. Переворачиваем. Оп. Сюда. Сейчас выровняем по заводному валу. А он и так у нас ровно. Поставим его. Мы его с вами сейчас поставим. Ну, посмотрим, чтобы было ровненько. Да. Перевернем браслетку вот так вот. И смотрим, чтобы было по центру. Выровняли по центру. Строго, да? И теперь берем, где колечко наше уплотнительное. Сейчас я его посмотрю. Посмотрю колечко. Так. Посмотрели. И сюда его. Прорезь, да, напоминаю, где заводной вал. И его сюда. В распорочку. Он там такие усечки маленькие. Ну, он встает плотненько в распорку. Все, вот теперь у нас никуда ничего не денется. Все, други мои, сейчас покажу. Ну, будем 5 штук подгонять заводные валы по длине. Как это делается, показывал 100 раз. То есть нажимаем, чтобы утопилась вот эта трубочка компенсационная, да? Вот она, видите? Вот так нажали и замеряем от начала головки до начала корпуса. Все лишнее срезаем, убираем, подгоняем заводной вал по длине. Все, чтобы у нас головка наворачивалась на корпус до конца, без щелей. Ну что, займусь этим. Вот, и все будет почти готово. Так, братья, поехали. Последний, блин, все-таки вот по многу делать, конечно, тяжко. Куда уехал, скажи. Так, ну нам по большому счету на штангеле даже не нужны цифры. Нам главное вот губками от штангель-циркуля, вот, замерили. Где вы видите, нет? Что с фокусом-то? Нормально все, да? Или не очень? То есть нажали на заводную головку и замерили. И замерили. Все. И вот это вот значение. Сейчас берем. Снимаем заводной вал. Так, нажали кнопочку. Вытащили его.
Вытащили. Так, снимаем его с головки. Но завинтил ее. Так, сняли. Давайте немножко вот так вот. Теперь перехватили. Перехватили. Так, сейчас я вам покажу. Идем сюда, сюда его в качель. Берем наше значение на штангеле. Вот оно. Да? Берем маркер. И вот конец приставили к одному краю. Да? И по второму сделали заметочку. Так, ну мне через камеру, парни, как всегда, очень неудобно. Очень-очень. Так, ну я вот примерно, ну почти попал. Сделали заметку, вот черную, то есть делаем по дальнему концу, то есть вот здесь вот, сейчас будем отпиливать. Так, вот он родной. Все, забываю вам новый дремель показать, беспроводной. Купил же, блин. Так, ну-ка, чтобы было и вам видно, и мне. Все, обкусили, обрезали. Ну, а теперь до конца его подравниваем. Сейчас. Ну, вон у нас черный маркер, да? Короче, вот так вот все. Виток полтора оставляем и навинчиваем обратно. Вставляем и проверяем, как он у нас, головка будет закручиваться. С зазором или без. То есть подгоняем все потихонечку, по виточку, по полвиточка, чтобы не было зазора. Так, ну у меня удалось с первого прохода подровнять все, да, вставили его, все, кнопочка работает, смотрим, вот флажочек у нас работает, и навинчиваем заводную головку, все, видите, нету никакого зазора вот здесь, никакой щелочки между, вот, между заводной головкой и корпусом, не будет, значит, у нас протекания, все, мы его теперь обратно достаем. Так, сейчас, парни, кнопочку нажали. Нам же надо его с вами посадить теперь на фиксатор обязательно. Перехватили аккуратненько. Обратно. Ну, сворачиваемся. Блин, затянул. О! Так, есть... И теперь, вы не знаете, когда у меня уже эта американская жижа кончится, когда мы с вами... Ой-ой-ой, ни хрена себе, до хера как. Когда мы с вами перейдем на нашу, на родную, на китайскую. Ну, они, кстати, и российского есть производства. Фиксаторы эти. Сейчас мы это все лишнее уберем. Смотрите, чтобы во втулку не протекло внутрь туда, потому что все заклеит нахрен. Вот эту вот лишнюю каплю всю, да, на краешек салфетки вот так вот, где, вот, взяли и убрали. Теперь протерли все это дело и подзатянули уже аккуратненько и довольно-таки сильненько. Ну все, вот он прокручивается вал. Держите, чувствуете руками, чувствуете, что все, дальше не идет, не сверните ему шею. Ха. Все, теперь мы что делаем с вами? Где наша силикон? Вот баночка с силиконом. Да? Берем на иголочку децл. Взяли децл. И внутри у тоннеля смазали прокладос. Где мне через... Я смотрю, куда, я вообще не понимаю. Прокладочку там смазали.
Теперь взяли маслицы, взяли вал, взяли другой дозатор для масла, да, и смазали втулочку. Смазали втулочку много, убираем излишки и чуть-чуть на ключ дали. Чуть-чуть, лишнее надо убирать, слишком много. Все, сейчас я уберу лишку. Так, ну-ка, все, убрали. И вот теперь загоняем его окончательно туда в качель. Туда в качель мы его и... Парни, стоять. Задеваю камеру. Все. Все, да? Все, можно навинчивать. Готовченко. Все, друзья мои. Охренеть можно. У меня уже спина затекла. Когда стол начнем делать с вами? Новый стол, высокий. Други мои, ну вот, нам осталось сейчас здесь все протереть. Отпечатки всяких пальцев. Убрать всю пыль. Здесь все продуваем, прочищаем, потому что у нас и крышки тоже. У нас идет прозрачная крышка со стеклом, внутри тоже стекло, все прочищаем и начинаем закрывать все часы. Так, друзья мои, ну что, подошли мы с вами к закрытию часиков, да? Сейчас мы с вами все, естественно, протираем, продуваем, потому что крышки прозрачные, через них все видно. Естественно, да даже если, неважно, какая разница, прозрачная крышка или стальная, да, все равно нужно все продуть, все протереть, убрать каждую пылинку, ну, чтобы не было мучительно, больно за бесцельно прожитые годы. И если кто-то вскроет мои часы, например, ну, потом, на обслуживание или еще что-то, я не хочу, чтобы мне было стыдно, когда люди там увидят, не дай бог, какой-нибудь волосок или пылиночку. Поэтому, ну и вы тоже, да, для себя, если делаете. Все обязательно, обязательно продуваем. Так, тщательно. Крышку тоже. Так. Где наша закрывашка? А где наша чистилка? Так, чистилку нашли. Ну, крышечку протереть тоже так же, как протираем стекло внутри часов, да? Вот. Пленочка нам мешает. Мы все здесь протерли, убрали все. Пофукали он. Все почистили. Вот, и нам нужно с вами еще засиликонить прокладочку. То есть мы ее снимаем, потому что они все сухие. Вон она даже прилипшая, не хочет, да, отдираться. Кладем ее в силикон. Вот так вот закрыли, поелозили туда-сюда, туда-сюда. Все, вон, видите, она теперь у нас... вся в силиконе. Одеваем ее обратно. Обратно одеваем ее на крышку. Вот. Вот таким вот макаром. Натягиваем. Давайте натянем уже чего-нибудь. Парни. Вот так вставили, да? И по кругу. Ширк-ширк-ширк-ширк-ширк. Ширк. Соскочила. Вот надо придерживать пальцем. Ширк-ширк-ширк-ширк-ширк-ширк. Вот и все. Все, да? А теперь открываем и навинчиваем аккуратненько. Так, а где наши ключики для Омеги? Кто помнит, парни? Я забыл, где они лежат. А, у меня в тумбочке, по-моему. Сейчас достану ключи. И вот таким макаром все закроем, все 5 штучек. Срываем завесу, покров тайны. Опа! Вот они, друзья мои, красавчики.
Seiko SEA Master. Не побоюсь этого слова. Все, закрыл, друзья мои. Значит, напоминаю, что для Омеги, вот для тех крышек, которые вы видели, у нас существуют вот такие ключи в природе. Вот, то есть, да, вот они с такими ножками, которые у нас сюда вот вставляются, и ручкой все это заворачивается. По сути, естественно, можно и обычным вот этим вот трехточечным ключом точно так же установили и затянули все это дело. Вот, ну давайте смотреть, пройдемся по ТТХ, тактико-технические характеристики, так сказать, у часов. Да? Вот так вот сделаем. Значит, смотрим, другие мои. Звенит. Сапфир. Ну, везде, естественно. Везде, да? Тут все хорошо. Поехали смотреть, какие. Какие вам больше. Сразу выбирайте. Вот, друзья мои. Значит, белый циферблат. Это у нас графит. Такой, да, серый металлик. Не знаю как. Зеленые, синие и черные. Классические варианты, классические цвета. Вот, смотрим. Потом посмотрим на фотографию на компьютере. Найдем опять же это самое. Оригинала. Ну и сравним примерно. Вот стрелочки вороненые сверкают. Да, замечательные. Вот такие вот получились часики. Значит, еще раз. Сапфир. Да, стеклышко у нас везде сапфир. Накладка на безель везде керамика. Сталька 904L везде и у корпуса, и у браслета. Браслет литой. Ну, все в пленках не снимаю, да. Застежка ровно как у Омеги. С кнопочками вот с этими. Тут, короче, все как у Омеги. Крышка, ну, все на свете. Вот там у нас механизмики. Так что вот. Вот такие. Еще раз про эту головку. Это немножечко бутафория. И у оригинала она такая, именно вот с датой на 18 часов. Она единственное, что она под конус немножко. Вот, надо посмотреть такие корпуса. Ну, вот что получилось. Что выросло, то выросло. Так, по габаритам, друзья мои. Они чуть-чуть у нас больше 100, ну как, больше Rolex'а того же, да? 41 с копейкой по безелю, но здесь сложно мерить, я не знаю, ухо вот это вот брать в расчет, не брать, как вот его мерить, да? Ну вот как померить? Так, ну давайте защелкнем и допустим с заводной головкой, ну до хера получается, это неправильно. Лучше тогда уж по ушам как-нибудь вот так вот. 42, то есть 41 на 42 миллиметрика по длине. 47. Ну и толщина, все время говорю, обусловлена толщиной механизма. 14 с копейкой, плюс здесь, как вы видите, вот такое вот небольшое сферическое стеклышко. То есть оно не плоское, а оно слегонца вот такое сфера, да, как положено. Как учили в автошколе. Ну вот, так, вы выбираете цветовую гамму, белые, да. Давайте поближе посмотрим графит. Вот он, графитик такой, с вороненными стрелками и вороненными окантовкой на метках. Видите, то есть очень-очень все симпатично, красивенько. Вот такой, да, графитик. Дальше у нас зеленушка. Зеленая зелень зеленит зеленую зелень. Грин, 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 грин. Вот такие зелененькие у нас. Синий классический вариант. Вот так, да? Вот такой. Вот такой. Ну и совсем классический черный вариант. Вот, наверное, с черными будем сравнивать. Потому что там много оригиналов в черном цвете. Не знаю. Вот с ними сейчас и сравним. Давайте на руку, наверное, оденем. Посмотрим, как на моей руке. Как будет это все смотреться на моей руке. Значит, снимаем, блин, мой любимый Deep Sea. Да? Мой любимый Deep Sea. Грандиозный. Мужские часы настоящие. Вот. И одеваем. Ну что, давайте хотя бы вот ту же классику черную оденем. Запястье 18,5. Там не помню.
Похудел, не похудел. Ну вот так, вот. Вот так на руке часики замечательно выглядят. Что скажете? Ну было, такое уже было, просто вся фишка, да. Вся фишка в том, что диск даты на 18 часов. Внизу вот он родной. И эти механизмы, еще раз скажу, они дороже, чем просто NH35 с обычным с 3, где на 3 часа дня. Не знаю, по какой причине, честно говоря. Но дороже рублей на, наверное, 300-400. Но так. И не во всех магазинах их продают. Имейте в виду. Нужна будет ссылка, я скину. Потому что я не помню модели еще какие, но тоже были, у которых вот это вот окно даты на 18 часов. Не Омега, там что-то другое было. Не помню что. Вот, друзья мои, вот такие вот часики я собрал. Сейчас срочно, значит, они все уходят у нас на Авито. Ссылку на Авито я свою, на свой магазинчик, громко так сказано, постараюсь скинуть правильную вам, вот. Ну, скопирую и скину, вот, да. И срочно сейчас начинаем, друзья мои, делать несколько часов в 36-х корпусах. То есть маленькие корпуса, часто очень просят, они тоже пойдут на Авито. Вот, сейчас прямо начинаю и будем делать срочно за несколько, за пару-тройку дней. Нужно сделать там штук 5-6 будет разных. Ну, сейчас камеру переставлю и будем прощаться. Так, вот, пообещал же сравнить. Вот, ребята, друзья мои, оригинал Омега Сиа Мастер с окном даты на 18 часов вечера. Ну и вот, да, синий нашел быстренько. И вот наши синие. Вот видите, вот. Сравниваем. Все то же самое, абсолютно. Абсолютно. Только логотип Seiko. Вот, как вы видите, да. Смотрите. Вот наши, да. Вот оригинал. Вот и все. Можем вот так вот их тоже боком положить. Смотрите, даже на заставку вместе с этой картинкой, наверное, и сделаю заставочку. Все, переставляю камерку. А вот кому Seiko Sea Master. Друзья мои, выбрали? Выбрали? Что скажете? Вообще, вот имело смысл вот так вот заморачиваться, искать этот механизм там, да? Ну, на мой взгляд, это правильно. Вы же знаете, что мне, я люблю, когда правильно. Ну, есть такие часы, значит, пусть они у нас будут, да? Расскажите, как вам подобная вариация, какой цвет вы себе выбрали. Ну и все на Авито, друзья мои. Новый год на носу, осталось меньше 2 недель. Да, по-моему, какое сегодня число-то? Другие мои, я уже начинаю поздравлять вас с наступающим. Все срочно покупаем себе любимому и своим любимым подарки. Поэтому давайте, приобщайтесь, друзья мои. Значит, сейчас он берем вот там вот коробки. Будем делать 36-й корпус в титане с любопытным циферблатиком. Друид называется. Вот, ну и разного цвета будут у нас корпуса 36-е а-ля Rolex, Data Jazz, там золотые, серебряные, с полосками, черные. То есть такие вот сделаем, циферблаты будут разные, просто тоже пойдут на Авито, чтобы было повеселее людям выбор на маленькие запястья или для женщин. Почему нет? Вот. И часто я говорю, что мужчины просят что-то 36-е. Поэтому сейчас сделаем. Далее там у меня копятся комплектующие, едут всякие, будут моды, скоро будет мод. Но чистый мод, друзья мои, будем делать GMT-шку. Там солянка полная, заказчик заказал, попросил, покажу. Ну и много чего еще. Все, друзья мои, я вас рад был видеть, обнял по-братски, видео долгое. Сейчас будем ускоряться как-то побыстрее, да? Дорогие мои, здоровья вам, процветания и благополучия. С вами был дядя Юра. Все, до новой встречи. Пока-пока.